Местное население из новостей узнали, что вот у нас недалеко люди в такой вот ситуации, обращались ко мне не один раз по поводу того, чтобы как-то ощутить помощь, передать продукты питания, вещевое имущество. Ну и, соответственно, мы вот сегодня совместно с местными жителями собрали небольшую помощь и передали им. Ребят, в общем, значит, здесь бушлаты, теплые вещи, здесь ватные штаны, местное население вам собрали, продукты, мясо, говядина, вот не свинина, яблоки, обувь, ну, как бы обувь бэушная, но сухая, поэтому в случае чего, еще если какие-то вопросы, нужды, соответственно, тоже передавайте, крупы, но. Помидоры. Огурцы, все свое. You only tents. Okay. I'm understand. Very. Okay. Inside of tents, there's a lot of water. I know. Okay, guys. Thanks a lot. Of you. Thanks. Thank you. Thank you very much. Есть люди, как везде и всюду, да, есть чувствительные по новостях, вот знаем, что вот такая проблема здесь, такая ситуация на границе, но теперь у каждого есть, ну, заготовки, да, как на деревне, кто-то банку, кто-то, ну, капусты, кто-то картошки, кто-то сетку, кто-то две, ну, все-таки люди, холод, да, ну, кушать надо всем. Картошки, ну, как бы хватает, солений всего там, ну, хватает. Как бы, я думаю, что люди не останутся в стороне.